Четыре дня назад в педагогическом университете для школьных учителей информатики начались необычные курсы повышения квалификации. Программирование не в теории, а на практике. Совсем скоро педагоги смогут сами программировать современных роботов. Поколение 80-х-90-х помнит фильм «Терминатор», где мировой электронной паутине Skynet удалось получить контроль над всеми роботами и объявить войну человечеству. Здесь все безопаснее. Роботы простые, да и уроки компьютерной безопасности – часть учебного курса. Учителям эти знания необходимы. Вот компьютерная безопасность сегодня, допустим, лекция идет, которая нам позволяет. Ну, например, я узнал, допустим, сегодня, что там, как администрировать мне сегодня Wi-Fi, допустим, компьютер и так далее. Ну, в любом случае нужно постоянно развиваться, тем более, если, как говорят преподаватели, мы двигаемся к цифровой экономике, то в любом случае это надо знать. Компьютерная грамотность и безопасность нужна всем. Курсов множество. Были бы деньги платить за обучение. Благодаря Фонду развития информационных технологий Ульяновской области курсы абсолютно бесплатны для учителей. Как раз один из проектов – переподготовка учителей общеобразовательных школ по знаниям, по компьютерным знаниям. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день вырос запрос на специалистов для IT-индустрии, и преподаватели вузов говорят о том, что наши абитуриенты, потом студенты из школы приходят неподготовленные именно в направлении информатизации. В связи с этим принято решение, чтобы все новые тенденции, которые есть в IT-индустрии, новые технологии были изучены непосредственно преподавателями школ. Одна из главных мировых тенденций отрасли – робототехника. Те, кто следит за новостями, помнят о японском чудо-роботе, презентованном в Ульяновске весной, который может прикованного к постели пациента поднять и помочь полностью восстановиться. Речь пока не идет о подобных сложных технопрорывах. Пока учителям и школьникам нужны базовые знания. Мы познакомим учителей информатики с основами программирования робототехнических устройств на платформе Arduino. Специально для этих занятий у нас разработаны конструкторы собственного производства двух типов. Первый тип для изучения основ программирования робототехнических устройств, а второй тип для программирования мобильных роботов. Курсы пройдут 50 педагогов Ульяновской области. Первая двадцатка уже учится. Впереди еще 10 насыщенных дней. Далее педагоги отправятся делиться знаниями со своими учениками. А на смену им в педагогический вуз прибудет следующая партия учителей. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.